Доброе утро. Добро пожаловать на второй день. Мы только что позавтракали. Блины. Да? Блины, хлопья, джем, чай. Мы сейчас у ребят гуляем. Короче, тут выяснилось, что нам нужна еще одна кепка, которую вчера сестра купила. Да. Как обычно. Ладно. Наматываем круги. Вот, так что мы сейчас пойдем купим кепку. Некоторые уже проголодались, хотели сосиску. Сосиску. Все как обычно. Только что мы встретили сумасшедший народ, который ходит в шлепках. Два молодых парня в шлепках. Представляете? Я пальцы вдруг замерзли. Они в шлепках. Ну, в каждой стране такие попадаются. Короче, то, что... А еще сегодня я видела мальчика. Вот видите, какой контраст. Мальчика я видела, он гулял с собакой, он был одет в пуховик. Кто-то в шлепках, кто-то в шортах. В общем, crazy. К вопросу об отеле, в котором мы жили, живем. Маленький отельчик находится на улице Виру. В самом центре называется Backpackers. Да? Ну, как-то так называется, типа Backpackers. Я думаю, если вы вобьете в Яндексе или Виру, то вы найдете. Вот. Маленький, очень-очень хороший, очень дешевый, чистенький, кухня, гостиная, все, что надо, есть. Да, в номере нету ни холодильника, там, ни телевизора, но все это есть в гостиной. Вот. В принципе, это особо и не надо, если вы как турист приехали отдыхать, гулять, развлекаться. Так что все самое необходимое надо, и главное, что все чисто. Да. Так, показываем обновку. Шпана на выгоду. Вот. Мы купили вот такую крутую кепку. Стоила она всего 10 евро. Цена самая, что ни на есть, демократичная. Никакой-то не брали, просто обычная, господи, кепка, которая, мне кажется, и больше, и, в принципе, не должна стоить. Сейчас мы направляемся в Кадриор парк. City Tour автобус. Значит, мы идем правильно. Идем в Кадриор парк, погуляем там, посмотрим. Какие-то дворцы там должны быть, парк построен. Да? Uh-huh. Петром Первым. Вот. Посидим на лавочке, перекусим, поедим булочки. Домик прикольный этот. Вообще похож на такой поселок. Поселок, где живут люди. Все, ребят, мы дошли до парка. Мы поняли, что мы чуть-чуть не дошли. Вот, сейчас сядем куда-нибудь на лавочку. Да, уже. Судя по карте, парк должен быть очень большой. Да? Да. Вот. В общем, такая вот красота. На улице очень тепло. Даже жарко, я уже вспотела. Вообще, у меня голова вспотела. Сними шапку. Я сделала. У меня осталась полоска, да? Нет. Нет? Да. Да? Я чувствую, она отпилась. Мы сели на лавочку. Ой. Сразу же к тебе прибежал воробей, просит твою булку. Вот так вот воробушек сидит. Вот так отточит. Пьет коку. Может, водички? Самый ценный. Да здравствует вредная пища. Ноги ноют. Так, на сегодня мы прошли. А нажми мне вот, вот эту вот кнопочку. Вот справа сверху. Справа вот сверху. Вот, это, да. Вот эту? Да, вот эту. Один раз нажимай. Угу. Вот так вот. И еще один раз нажми. Так, прошли 9 километров. Немного, но нормально. Сегодня во второй половине дня мы уже уезжаем. Дабы восстановить справедливость, я тоже ем булочку. А я ем новую булочку. Она ест новую булочку. Вкусная булочка? Ага. Да. Вокруг нас сейчас будет куча птиц. Здорово. Thank you.
Все, мы выходим из парка. Нам уже пора закругляться, потому что скоро мы отправляемся на автовокзал и уже поедем домой, в Санкт-Петербург. Да, нас там ждут с подарками. Вот, так что, может быть, еще что-нибудь снимем на автовокзале, не знаю, посмотрим. А так в автобусе, может быть, да. Если нам попадется нормальное в этот раз окно, не грязное, и невозможно все это снимать. Так что пока, в принципе, не прощаемся. Кстати, забыли сказать, что мы чуть-чуть пошопились. Она растранжирила меня. Я думала, что я сэкономлю, потому что мне, в принципе, ничего не надо было в этой поездке. Так чисто прогуляться, отдохнуть. Но пришлось растратиться. Купила две пары обуви, балеточки, еще одни кроссовочки. Такие стильные, модные, прикольные. И так что покажу в ближайших видео с покупками, из одежды. Тогда у тебя телефон? Никого? Нет. А, господи, ты заходишь? Все, мы уже подходим к вокзалу. Сейчас возьмем свои вещи, они у нас там в камере хранения остались. И поедем домой. Мы могли вот здесь вот зайти, кстати. Куда? В супермаркет? Нет, вот. Жесть, какой мы купили сок. Не знаю о его 100% натуральности. Вот, 4 часа у нас отходит автобус. Автобус. Что ты мне не сказала, что бы встала? Ты видела, на самом деле. Да куда же, я-то слепая, я же вся там. Вот так вот снимаешь для вас, снимаешь, а тут раз, тебя избивают. Да. Это вообще был бы трагичный финал видео. Зато, зато полностью это было бы снято происшествие. На этом мы заканчиваем наш влог с Сталином. Мы уже выезжаем, так что увидимся с вами уже дома. Пока-пока.